Привет, народ! Сегодня 6 декабря, и погода, видимо, вовсе не в курсе о том, что зима как бы подходит к концу. Не было в курсе до сегодняшнего дня. Короче, зима психанула и за одну ночь просто бабахнула все, что там в ней накопилось. Гуляем, так сказать, на все. Пошли в ва-банк. Короче, сейчас стою на остановке. Тут жутко, конечно, ветер задувает. Я сейчас спрятался как могу. В общем, сейчас бежим, летим к Марише и идем в город. Постараемся что-нибудь заснять из этой всей красоты. Ветер дичайший, задувает ужасно. Я уже подхожу к Марише. Сейчас будем подниматься. Квартира моя. Здравствуйте. Здравствуйте. Впустите, пожалуйста. Вы знаете, что делать? Я вас люблю. Чего же более? Есть, спасибо. Нас прям ждут. Где лучшие кроссовки? У нас в клубе. Привет! Давай, давай, вот сейчас расскажи, что всю интригу он вам показал без меня, который утром начал, показал без меня. Ну, я подснял же, да. Ну, первый снег этой зимой! И без меня! А что там снег закончился? Я, главное, тут глаза не красила, и снег закончился. Не переживай, ветер дует в ты лицо. Ты половину такая? Нет, это я оставил для нас уже. Спасибо, хоть что-то. Ну, привет. Ай, голодный. Сейчас будем вместе холодненькие. О, мать, 3 носка. О. Я боюсь, это в сапоги не влезть. Ничего, сейчас запихнемся. Ну, холодно, целуешься? Да. Не, оно из-за того, что смешное. Ветер дует, и там ты держишь равновесие, оно жарко. Ну, я оделась вообще куп. Все, собираемся. И погнали. Пока еще светло. Пока еще метет. Не метет уже. Ну, где не где снежиночка. Да нормально. Метет так хорошо, прилично. Ну, идемте. Нарушаем девственную чистоту снега. Все любят это делать. Но сейчас тут ветер дико задувает, нас не слышно по-любому. Ты еще даже... Ну, наконец-то. Но я смотрю так себе. Да нет, это просто я так умею. Да, хорошо, что не красно. Девушка. Follow me. Мы довольны. Мы добрались. Кричи громче, потому что ветер задувает. Ой, это так круто. Короче, я сегодня буду все видео писать, потому что опять-таки первый снег за всю наш зиму. Первый снег, 6 февраля. И так как это на 2 дня, судя по прогнозам, то да. Извиняйте. Впереди обещают плюсы. Жаль. Но пока что наслаждаемся. Ха-ха.
Наконец-то мы попали в это место. Отогреваем руки, ничего не видно. Столько раз проходили мимо этого заведения, и тут такие красивые фонари. Но каждый раз, как мы приходили, их вырубали, блин. Наконец-то мы их словили. Только что отфоткались на обложку, отогреваем ручки. Да, потому что держала снег. Но она того стоит, стоит, стоит. Да. Теперь все. Тут все, кулаки, а пальцы. Красота. Красота. В общем, наслаждаемся первым, надеюсь, не последним снегом, да. Отогреваемся и двигаемся дальше. Да, мы снова в Рич. Да, будем каждый день. Интеграция за интеграцией, да. Просто ху-ху-ху. Нам понравилось. Да. Воспоминания эти, все дела. Не, ну и кофеёк у них отменный. За это я люблю. Да. Все как обычно. Сегодня взяли, конечно, американо со сливками, сегодня никаких понтов. Мы уже в Рич, это уже понты. Да ладно. Горячий, 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 аккуратно. Да. В общем, да, как я говорил, отогреваемся. О, я тут надолго, горячий. Горячий. Естественно. Ну, в общем, как и в прошлом видосе. Будьте с нами. Да. Мы пьем кофеек, говорим о любви и жизни. А вы за это в ускоренном. Конечно, с вами тут о политике, бла-бла-бла-бла-бла. О дорогах, о зарплатах. Сильно модно. Ненавязчиво так напоминаем. Нет, мы стаканчики показывали. Да-да. Да, у меня еще рождественский такой. В общем, у Мариши как, праздник. Нет, как ты любишь это делать? Я ж хочу интригу, прелюдию, а я просто сейчас испорчу день рождения. Беру стыдного снега. Да, да, да. Мариша рада, у меня траур, возраст не скажу, но 8 февраля у меня день рождения. Ой, я жду вообще, как вообще, вообще, вообще. Я люблю дни рождения, если это не мой. А о возрастах, месте жительства, в общем, все эти подробности мы будем озвучивать, будем рассказывать, но мы хотим дождаться 1000 подписчиков, вот, потому что это не какой-то челлендж, понты и все такое, нет, просто если уж рассказывать о себе, то надо, да, на большую аудиторию, чтобы не повторяться это в этом плане. Не, в любом случае будешь повторяться. Нет, потом просто мы, как бы, упоминая возраст, упоминая наш город, мы не будем замалкивать ни цифры, ни названия, просто потом мы свободно будем говорить, ну, в каком мы городе, там, сколько нам лет, все такое. А когда уж мы только начнем об этом говорить, когда начнем просвещать, то да, хочется, ну, чтобы побольше было народу. Сейчас еще в планах по пути заскочить в Аврору и посмотреть еще один такой светильник, как мы купили когда позавчера. Нам почему-то очень везет на последние вещи. Мы, ага, кубик Рубик купили. Последний. Он был последний, да. Макс захотел снова еще один купить. А все. Другой Авроры не нашли. И в других сетевых магазинах, в общем, Авроры не было. Светильник вот этот последний забрали. И вот те лампочки, что мы на фон себе бросали, тоже последние взяли, и сейчас посмотрели, их тоже нет. Ну, они нам не надо, но просто как факт. В общем, Мариша кофе свой допила, у меня банка чуть побольше, так что буду пить на ходу. Погнали! Рухаемся далее. Движемся наступна вперед. Наступна станция. Следующая станция. Аврора. Аврора. Все, погнали. Ходили мы в Аврору, но уже дома, уже и покушали. А Аврора нас разочаровала. Ну, не то чтобы сильно разочаровала, но ходили мы в Аврору за этим светом. И за кубиком. И за кубиком, да. Не было ни того, ни другого. Ну, ё-моё, ну, Аврора, ну, чё ты? Обидно, обидно. В общем, тут такая тема. Тут начали задавать много вопросов по поводу монтажа. И там спрашивали, в каких программах и как я то или иное делаю. В общем, если вдруг кому-то что-то такое интересное, пожалуйста, пишите в комментариях, чтобы я знал. Да, я думал сейчас посвятить этому время, но, блин,
мне надо как-то все в голове структурировать, о чем рассказывать и как рассказывать. Поэтому, в общем, если кому-то что-то интересно, пишите в комментариях, и я тогда составлю там рассказик и повесть о том, как я монтирую, что использую и где беру все вот это, что вы видите у нас в видосиках. Договорились? Договорились. У меня рука занята. Решили, короче, немного поугарать, развлечься и сыгрануть в такую игру. Так. Угадать песню по смайликам. Да, такой ребус по смайликам. Но чтобы было проще, мы решили взять только песни из мультиков современных. В общем, мы уже подготовились, каждый тут себе позаписывал. Было сложно? Было сложно. Нет, я люблю, я даже порой отвечаю смайликами. Максу, ну это специально, чтобы он помучился. Давай, я начинаю, ты, да? Да, давай, ты начнешь. Давай, давай, давай. Что? Это песенка. Тут же легко, да? Вы догадались? Ну, хорошо, у тебя есть возможность перейти к следующей, но типа потом мы к ней вернемся еще. Ну, конечно, без звонка другу, но... Либо Саня на кране. Нет, Саня... Вот, это вообще легкое, вот посмотри. Все, я понял. Жили у бабуси два веселых гуся. Конечно, что тебя смутило? Я понял, когда два гуся увидел, все, я сообразил. Ну, посмотрим. Давай. Я на солнышке лежу, я на солнышке гляжу. Один. Держи. Это тоже легко, вообще. А я сразу не понял, что за квадрат малее, чем белый квадрат. Облака, белокрылые лошадки, да? Да. Мы боялись, что у нас будет совпадать песня, но чувствую, нет, у нас не будет совпадать. Что за день рождения, грустный праздник, это Игорь Николаев. Нет. Что это такое? Типа, к сожалению, день рождения только раз в году. Блин, у тебя даже запятушки тут есть, круто. Можешь даже это камеру не передавать, сейчас мы тут быстро справимся. А ну-ка. Да, совпало. Я на солнышке лежу. Я на солнышке лежу. Видишь, правда, какие мы разные смайлики используем. Мне вот интересно было, как быстро Мариша вот этот разгадает и вообще поймет ли, что этот. Это какой-то вообще из фильма тут человек, собаки, друг. Это ж так не мультик. Это мультик. Это мультик? Он не лает, не кусает. А, я не знаю. Да, похоже. Ну ты поняла, да? Я поняла, но это, я опять-таки я думала, это вообще какой-то фильм. Нет, это не с мультика, какого-то мультика. Итак. Тоже легко. What? Держи, это надолго. Понятно. А я не додумался, как эту песню отобразить. Как бы не было зимы в городах и селах. Понятно. А я, да, я хотел, но не допёр. Вы сразу угадали? О боже! Что, ни зима, ни лето, ни дождь. А, там не снег, там не знаю, что мне дождик пролил. Ну, блин, круто. Когда мои друзья со мной, причем друзья вообще любой раз. Ну да, да. Что же ты можешь? Хорошо подумаю. Хорошо подумаю. Ты уверен? Смотри, тут молоденький так-то помидорчик вырос, а не трава. Ставлю на травесить кузнечик. А тебе все? Нет, у меня есть еще одна. Давай. Прошу. Стала игрушки, книжки спят. Блин, как круто, я еще хочу, мне понравилось. Но там не мультик, мультики слишком легко, что мы так ограничили круг. Ну и, конечно же, возвращаемся к первой песне. Попрошу подержать камеру. Догадались же? Догадались же. Позвони мне, бабушка, и приди, улыбнись, иди в урну. А я тоже не допер, как эту песню. А вспоминал ее? Да, я не мог придумать как. Ну что же это, что? А я все позвони. Позвони мне, позвони, позвони мне, ради бога. Расскажи, Снегурочка, где была, расскажи-ка, милая, как дела. Ну еще хочет, мне понравилось. Ну значит, да, мы еще к этой теме вернемся, где мы заготовим побольше уже. Да, можно прям отдельно. Ну, в общем, да, подумаем еще. Ну, да, надеюсь, вам понравилось, потому что мне, да. Ну, блин, дольше мы придумывали, чем угадывали. Это скучно. Еще хочу, еще. Это такая тема, где надо будет заранее подготовиться. Это как и с рисунками, мы еще к этой теме вернемся. Ну так что. Ну так что?
Будем прощаться. Ладно, народ, спасибо, что сегодня были с нами, как всегда. И до завтрачка. Пока-пока.